день, уважаемые коллеги, это обзор рынка от компании Tikmill, с вами я, Артур Изятулин. С мартовского заседания ФРС в экономике США не произошли существенные сдвиги, оправдывающие текущие ожидания в 3 сокращения ставки до февраля 2020 года. Сейчас это наиболее вероятный исход на данную дату. А бунтарем в прогнозах, резко нарушающий консенсус, стал Goldman Sachs, американский банк, указывая на стабильность цен на фондовом рынке, безработицу, задержавшись на 50-летнем минимуме, неизменившиеся прогнозы роста агрегированного спроса и ВВП США, а также на устранение ключевого фактора волнений на рынке, это тарифного фронта с Мексикой. После выхода данных по розничным продажам, я помню, что индикатор продажи в контрольной группе вырос на 0,5% в мае, апрельские показатели были пересмотрены вверх. Атланта Фед повысил прогноз роста экономики до 2,1% после выхода данных, а сам Goldman Sachs также повысил прогноз роста до 1,6%. Признавая потенциальный уклон в пользу мягкой риторики, американский банк отмечает, что он данный уклон в недостаточной мере удовлетворит рынки, которые агрессивно закладывали сокращение ставок в последнее время. Примкнуть к позиции Goldman Sachs сейчас выглядит особо привлекательной возможностью, учитывая сильный перекос рынка в ожиданиях глобального разворота в политике ФРС, который подкрепляется ожиданиями синхронных действий глобальных центральных банков вслед за вчерашней капитуляцией ЕЦБ. Драги указал во вторник на заседании потенциальную готовность продолжать двигать ставки в негативную территорию, оказывая еще большее давление на коммерческие европейские банки этим. Соответственно, можно говорить об однозначной реакции рынка в виде отката, преимущества на рынке фиксированной доходности, в случае, если ФРС разочарует сегодня. Для доллара это будет означать усиление позиций относительно евро и австралийского доллара, и, возможно, британского фунта. В контексте компромисса S&P 500, то есть фондового рынка и бондов, это будет означать конвергенцию оценки S&P 500 и доходности по десятилетним бондам казначейства, между которыми сейчас наблюдается сильный разрыв, который вот начался в феврале текущего года. Политика ФРС в ответ на развитие торговой войны между США и Китаем в данный момент скорее должна быть ведомой, нежели чем ведущей. Сильное давление на экономику заложено как результат ожиданий длительного противостояния между США и Китаем. В то же время последние новости, вчерашние переговоры, телефонные переговоры Трампа с Си и новости о расширенной встрече на саммите повышают шансы на обратный исход. В такой ситуации сигналы о сокращении ставок, поступающие от ФРС, они будут преждевременно, так как потом придется откатывать позицию в политике в случае прорыва в переговорах. А это сопряжено с издержками, в частности, с волатильностью на рынке, ну и, конечно же, будет удар по репутации ФРС. Сохранение пространства для маневра должно сейчас рассматриваться как предпочтение ФРС в пользу предсказуемости политики. Тогда концептуальная основа руководства, которая сегодня изложит ФРС, должна будет зиждеться на принципе понижения ставки предусмотрено, если державы не смогут выйти из торгового тупика по итогам ближайшего саммита. Большое внимание будет приковано к формулировкам в коммюнике регулятора, а именно сохранение или отбрасывание акцента на терпеливости, которая с января была своеобразной мантрой ФРС. Если формулировка будет исключена из заявления, то это даст ход, развитию ожиданий июльского сокращения ставки. Трогать программу сокращения активов на балансе сейчас также неразумно, хотя вот Банк Сити считает, что такой поворот будет недорогой опцией намекнуть о завершении уклона в ужесточении политики. Однако следует помнить, что активным инструментом ФРС в политике является именно ставки. К тому же в третьем квартале сокращение баланса активов и так подойдет к естественному концу. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.